Привет, вы на канале Device. Сегодня на обзоре монитор LG UltraWide 29WN600W. Узнать его актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этом мониторе? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! Дисплей UltraWide 21:9 с разрешением Full HD 3560 на 1080 имеет увеличенную на 33% ширину экрана по сравнению с традиционными Full HD дисплеями. Вы можете удобно просматривать материалы и видеть больше участников во время вебинаров, а также запустить несколько окон и увидеть больше миниатюр изображений одновременно. Удобная работа с учебными материалами, лекциями, беседами и поиском на одном экране, превращающая широкий дисплей в удобный онлайн-класс. Теперь вам не нужно постоянно переключаться между окнами, можно просто расположить их друг с другом. Работайте с отчетами, размещая исходные документы рядом со сводной таблицей, без необходимости постоянно нажимать Alt плюс Tab. Монитор LG IPS отображает безупречную точность цветопередачи. С более широким углом обзора дисплей IPS может похвастаться 99% охватом цветового спектра sRGB. Для более полной реализации замысла создателя контента этот монитор совместим с промышленным стандартом HDR10 с широким динамическим диапазоном, поддерживающим определенные уровни цвета и яркости, которые превосходят возможности обычных мониторов. Соотношение сторон 29-дюймового монитора составляет 21:9, а максимальная глубина цвета 6 бит плюс FRC. С технологией AMD FreeSync геймеры могут испытывать плавное движение в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync практически исключает разрывы и искажения экрана. С помощью динамической синхронизации действий минимизируется задержка ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Для дополнительного снижения нагрузки на глаза у монитора предусмотрен режим чтения с уменьшенной яркостью и синим спектром. Одной из особенностей монитора является поддержка Super Plus Resolution. LG Super Plus Resolution – уникальная технология, специально разработанная для того, чтобы решить проблему увеличения изображения на экране без потери качества. Простыми словами, создается более плавное изображение при масштабировании 4К изображения до родного разрешения монитора при помощи расширенной фильтрации. С помощью меню на экране монитора вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши. Этот обтекаемый дисплей имеет тонкую лицевую панель с трех сторон и не отвлекает от ослепительно точного реалистичного изображения, в то время как стереофонические колонки 7W с Max Audio дополняют ваш опыт погружения. Трехсторонний дизайн практически без границ и гибкая регулировка наклона большого экрана для оптимального расположения. Габариты монитора с подставкой составляют 69 на 41 см, глубина 21 см. Монитор весит 4,7 кг. Корпус выполнен в белом цвете с черным матовым обрамлением экрана. Органом управления и индикации служит пятипозиционный джойстик, расположенный на нижней грани монитора. Также предусмотрено крепление на стену VESA 100 на 100. Функция AMD FreeSync. Технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты обновления изображения с покадровой частотой ПК, что минимизирует задержку вывода, снижает эффект наложения кадров и подвисания изображения во время игры. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, специалисты LG разработали технологию Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном времени. Стабилизатор черного. Геймеры могут обнаружить снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и избежать столкновения. Прицел Crosshair. Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы. Read Mode. Режим чтения на мониторах LG. Поскольку монитор может использоваться не только для просмотра видео, то компания LG придумала предварительную настройку изображения. Этот режим включается одним нажатием кнопки. На задней панели расположены разъемы: один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, одно гнездо питания 19W DC. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 48 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. короткий кабель питания, glow-эффект, плохие динамики, нет регулировки по высоте. А вот что покупатели оценили больше всего. Размер, IPS, ширина экрана 21:9, яркие цвета, не бликует, качество сборки, прицел Crosshair, качественное изображение, AMD FreeSync. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой монитор вы бы купили себе и почему. Напомню, что узнать стоимость данного LG UltraWide можно будет, перейдя по ссылкам в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Девайс.